Как вот холодильник? Привезли мне холодильник. Ну, привезли холодильник, раскрыли, обсмотрели. Обсмотрели, чтобы ничего не было там ни мятого, ни битого, то есть такого плана. Чтобы это просто этот. Посмотрели, распечатал я его. Да, все. Потом он отстоялся часика 3-4. Просто постоял. А он идет в клеенке. Клеенки сбоку пенопласт, все запаковано, как завода их пакуют. Отстоялся. Потом, когда он поставил часика 3-4, ты его включил в розетку. Здесь выбрал троечку. Троечку. Здесь выбрал минус 19. Вот здесь будет 3 градуса, здесь будет минус 19. А как выбирать тут? А нажимать будешь пим, оно будет загораться. Это что где? Вот это же получается морозилка. Да. Ну, представь, минус 19. Фризер это морозилка, да? Да, фризер это идет вверх. То есть ты можешь сам валировать, как тебе нужно. Если куда-то уезжаете, нажимаешь vacation, отключается эта камера, работает только это. Vacation это отключается vacation большая, это отпуск, да? Да? Это отключается морозилка? Нет, холодильник. Морозилка остается. И есть еще фризер, power freeze, это быстрое нагнетание на верхнюю камеру для заморозки холода. Видишь, тоже держишь power freezer, вот такого плана. Все, больше ничего тут особенного такого нет. Короче, сразу не включать. И продукты ты поставил, вот это выбрал 19, там выбрал там, ну можешь 5, можешь 3, сам посмотришь. И пускай наберет температуру хотя бы, ну тоже часика 4. И потом загружаешь продукты. Потому что сразу загрузить термодатчик, он будет работать. Вообще его можно не выключать постоянно, работает. Ничего с ним, ну не, пожар, не пожароопасно, да? Нет, нет. Так же самое, как твоего там, что было LG, вот эти боковины греются. Тут боковины греются? Потому что не знал, никогда не трогал. Первых пару дней могут быть очень горячие, пока наберут температуру. А потом будет теплый. Угу. Больше ничего по нему не скажешь по этой модели. Все. Тут больше такого. Номер дома